Аудиокнига своими руками. Студия «Барабаны судьбы». Читает Александр Водяной. Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе литовскую сказку «Кот, баран и волки». Жили дед и баба. У них были баран и кот. «Дед, — говорит баба, — иди кушать». Он пришел, сел кушать, поел и полез на печку. Баба сказала деду: «А что теперь будем кушать?» «Ничего нет». «Что теперь будет?» Дед ответил: «Так еще же есть кот и баран». Кот услышал, пошел к барану и говорит: «А знаешь, брат, нас зарежут». «Я слышал, — дед сказал». Баран отвечает: «Ну тогда побежим, куда глаза глядят». Кот и баран прибежали к луне. Кот наложил в мешок клевера для барана, привязал мешок к рогам. Они шли-шли и нашли яму. Баран говорит коту: «Лезь и посмотри, может быть, что найдешь». Кот залез в яму и нашел волчью голову. Кот взял эту голову, положил в мешочек, и пошли они дальше. Шли, шли, и увидели, костер горит. Они подошли к огню, видят, 5 волков сидят. Кот сказал: «Побежим». А баран сказал: «Будь что будет. Хоть и побежим, все равно нас задерут». Тогда кот подошел к огню и сказал: «А нельзя ли нам мясо пожарить?» «А чего ж, можно», — сказали волки. Тогда кот повеселел, бегает кругом, хвост торчком, а баран ходит, рога вверх. Кот говорит волкам: «Принесите нам вилки, сейчас у нас пир будет». И достает кот из мешка волчью голову. Волки, как увидали, испугались и убежали. На этом и сказке конец. Здравствуй, дружок! Сегодня я расскажу тебе литовскую сказку «Птичий король». Однажды в давние времена сговорились птицы собраться на большом ровном лугу и выбрать короля. Были тут и орел, и аист, и дрозд, и трясогузка, и лебедь, и жаворонок, и воробей, и еще одна самая маленькая птичка. Каждая птица хотела стать королем, только не смела вылезти вперед. Долго они галдели, покуда аист, зная, что крылья у него сильные, надумал: кто выше всех поднимется, тому и быть птичьим королем. И все птицы с ним
согласились. Только аист щелкнул клювом, дал знак, и взмыли птицы тучей. Куропатка сразу шлепнулась на землю, курица тоже стала спускаться и чуть ногу не вывихнула. Другие птицы полетели, сколько было сил. Да, одна за другой скоро устали и начали спускаться. Только аист с орлом залетели так высоко, что еле их видно было. Под конец и аист притомился. И орел остался один и закликотал. «Я король! Кто взлетит выше меня?» «Хе-хе-хе, я!» Пискнула у него под ухом птичка невеличка и поднялась выше орла. «Хе-хе, я король!» «Эй, да что это ты расхвасталась? Я король!» А эта птица-крошка уселась орлу на спину и все ждала, когда он устанет. Попытался было орел птичку обогнать. Да где там? Разве догнать усталому, отдохнувшего? Так птичка-крошка всех перехитрила и стала королем. Только стыдно ей стало своего обмана. И с той поры она по кустам прячется. А все птицы, как завидят ее, кричат: «Королек, крошка!» Вот такая история, ребятки.